Мы пройдем к нам, сотрудника полиции. Пройдемте, пожалуйста. Первый задержанный человек встал с плакатом «Свобода Владимиру Воронцову, омбудсмену полиции». А вам сказали, за что вас задерживают, Владимир? За нарушение указа мэра 20 марта. Мы стоим здесь, все. Дальше нельзя курим там. Пожалуйста. Вы меня толкаете. У вас какие пять законов на полицию? А? Какие пять законов на полицию? Уважаемый Владимир, вы нарушаете указ номер 12. Вы нарушаете Конституцию. Указ мэра. Указ мэра не может противоречить Конституции. Я вам еще раз говорю, указ мэра не может отменять Конституцию. Это региональный акт. Ваши действия незаконны. Ваши действия незаконны. На каком основании? Статья 5 закона о полиции. Статья 5 закона о полиции. Вы добровольно проходите. Выполняете статью 5 закона о полиции. Вы не выполняете служебное. Вы нарушаете мои законные права. Вы сейчас к вам отношения. Представьте. Вы кто? Представьте. Удостоверение покажите. Статья 5 закона о полиции. Причина, закон, по которой вы ко мне подошли. Законы требования власти пройдет служебный автотранспорт. Ваши действия незаконны. Это одиночный пикет. Если вы выполняете наши служебные... Это одиночный пикет. Не, вы не выполняете наши. Одиночные пикеты не запрещены. Ваши действия незаконны. Я никуда не пойду. Представьте. Вы кто такие вообще? Вы кто такие? Ваши действия незаконны, вы нарушаете Конституцию, мои права. Да уйдите от меня вообще. Свободу Илья Азаров. Независимый журналист сидит в спецприемнике. Старший сержант Лимаев, вы являетесь сотрудником ПРС? Здравствуйте. Ну, я ведь в пикете. Я говорю, вы являетесь сотрудником ПРС? Я полтора метра соблюдаю, вы от меня отойдите. Вы не соблюдаете со мной дистанцию. Отойдите от меня. Я сейчас стою в пикете. Понятно. Вы нарушаете федеральный закон и указ мэра номер 12 5.03.2020 года. Пройдите, пожалуйста, служебный транспорт для доставления вас со территориального УВД, для составления административного материала. Вы согласны пройти? Скажите, добровольно вы согласны пройти? Я согласен пройти. Вы подождите, пожалуйста, скажите, вы прерываете мой одиночный пикет, правильно я понимаю? Вы прерываете мой одиночный пикет, правильно? Вот интересно. Скажи, какой раз они задерживают? За эту неделю, третий не получается. За эту неделю первый, сейчас неделю. У нас просто одиночный пикет приравняли непонятно к чему. Слушай, не дадут. Не надо. Не надо. Вы молодой человек. За что задержали, сказали? Ну да, все правильно. Свобода Илья Азаров. Транспорт. Вы согласны пройти с нами в этот служебный транспорт? Я не согласен с тем, что я что-то нарушаю. Я ничего. Вы не согласны самого я сами пройти служебный транспорт? Пойдете? Я добровольно согласны? Одиночный пикет. Проходит к вам, все, проходите. Вас согласны задержать? Нет, конечно, не согласен. Еще повторю, то, что сейчас происходит, это выступление на последней кроке политического высказывания. Нам пытаются заткнуть рты, боять повторения летних протестов 2019 года. Протесты повторяются, как вы считаете? Я считаю, что да, такими темпами точно. Нельзя бояться выходить на улицу, но обязательно соблюдайте все необходимые меры по профилактике коронавируса. Пресса, газета, нет, ничего не являетесь. Нет, ну что факт. Уважаемые граждане, соблюдаем социальную дистанцию. Соблюдаем социальную дистанцию. 5.03.2020 года. Я вынужден вас достать специально вот это. Вы согласны пройти с нами в служебном транспорте? Ну я считаю, что я ничего не нарушаю. Вы согласны, чтобы мы не применяли к вам? Нет, мне не надо применять силу. Мне кажется, это неправильно. Правильно, правильно, просто так думаю. Но у нас есть сотрудница, которая... Которая может применить ко мне. Но если вы отказываетесь... Если вы отказываетесь, пройдемте, пожалуйста. А можно девушку в глаза поставить? Пройдемте, пожалуйста. Товарищ.
Уважаемые граждане, соблюдаем социальную дистанцию. Уважаемая пресса, соблюдаем социальную дистанцию. В какой-то момент у вас все-таки вам женщину пригласили полицейского, да? Уважаемые граждане, депутата Мосгордумы решили задержать. Уважаемые граждане, соблюдаем социальную дистанцию 1.5-2 метра. Уважаемые граждане, уважаемые граждане, соблюдаем социальную дистанцию 1.5 метра. Уважаемые граждане, соблюдаем социальную дистанцию 1.5 метра. Уважаемые граждане, я координатор «Открыть Россию». Разрешите, пожалуйста. И компании поддержки, поддержки нового величия. Старший лейтенант Лемаев. Здравствуйте. Вы являетесь сотрудником прессы? Нет. Я не являюсь. Уважаемый гражданин, вы нарушаете 54-й федеральный закон. Указ мэра номер 12 от 05.03.2020 года. Пройдите на нами служебный автотранспорт для доставления в территориальном МВД. Скажите, у вас есть приказ от вашего начальства? Или вы подчиняетесь напрямую мэру? Скажите, пожалуйста, вы подчиняетесь напрямую мэру или у вас есть приказ от начальства непосредственно полиции? Вы его не зачитывали сейчас задерживали? Журналисты, такой вопрос. Кроме указа мэра, есть у вас приказ Колокольцева, например? Если есть, то зашлите в вопрос. Молодую девушку красивую задерживают. Уважаемые, пропустите, пожалуйста, распустите. Уважаемые граждане, соблюдая меры социальной дистанции. Лейтенант полиции Лимаев Василий Павлович, и вы являетесь сотрудником прессы? Нет. Уважаемые граждане, вы нарушаете 54-й федеральный закон, указ мэра номер 12. Уважаемые граждане, пожалуйста, конечно. Нет такого понятия в законе самоизоляция, господа полицейские. Уважаемые граждане, соблюдая меры социальной дистанции. Будьте добры, пройдите с нами служебный транспорт для доставления вас в территориальную МВД. Вы меня задержите. Мы вас задержим для доставления в территориальную МВД. Доставлено административный материал. Вы согласны пройти с нами? Согласна. Еще раз можете повторить основание? Уважаемые граждане, соблюдая меры социальной дистанции. Уважаемые граждане, соблюдаем меры социальной дистанции. Уважаемые граждане, соблюдаем меры социальной дистанции. Старший член комиссии, Лена Василий Павлович, является сотрудником прессы. Уважаемые граждане, соблюдаем меры социальной дистанции. Номер 12.03.2020 года. Вы согласны пройти служебный автотранспорт? Я не согласна. Не согласна. Уважаемые, вы не выполняете законные требования сотрудника полиции. Законные требования. Нет, я еще раз повторю. Вы отказываетесь выполнять законные требования сотрудника полиции. Ваши требования незаконные. Третий раз повторю. Вы отказываетесь выполнять законные требования сотрудника полиции. Я просто не пойду, потому что ваши требования незаконные. Соблюдайте. Аккуратно.
Вы подходите. Смотрите, Александр, вы зачем тащите? Вы сегодня пришли сюда в одиночку.